Мы сейчас поедем кататься на вот таком вот водном такси. Вот это наше, мы на маленьком едем, а вот это вот двухэтажное, это не наше. Наш кораблик отправится через 20 минут по расписанию. Так, наш капитан. Так, штурвал. И внутри вот такая вот лодочка. А это вот, куда можно складывать чаевые. Билеты нам обошлись на троих взрослых и на одного ребенка $55. И то только потому, что мы купили happy hours, какие-то тикет. А обычный билет в обычный день стоит $25 с человеком. И поездка, кстати, будет длиться 2 часа. Час в один конец, час в другой конец. Ну, прикольно, слушайте. Надеюсь, нас не укачает. Это круизный лайнер, смотрите. Видите, он выезжает в океан, выплывает. И вот у нас вот он занял полностью, видите, все место от начала до конца. Представляете, я на обычной машине паркую с трудом, а тут такой махиной. Попробуй запаркуй, попробуй выпаркуй. Круто. Огромнейший. Я не знаю, сколько метров он в длину, но очень большой. Очень. Смотрите, сколько этажей там. Там аквапарк внутри, там рестораны, все такое. Хочу на таком покататься, еще ни разу не каталась. Видите вот этот сундучок? Видите, что сейчас? Вот там вот, короче, лежат напитки. Здесь можно купить напитки, в том числе и алкогольные. Видите? Вот. Вот, это наш капитан. И, само собой, здесь есть туалет. Вон там дальше. Народу много. Уже почти все там затарились напитками. Кстати, я даже не знаю, есть ли закуска. Ну, выпивка точно есть. Банка пива стоит $5. А здесь вы можете чаевые положить вот в эту баночку. Так, вот ходят, проверяют билетики, сканируют штрих-коды. Все, все оплатили. Все. Ну все, мы поплыли. Сейчас мы ехали. Сейчас вы будете наслаждаться видами из нашего окна, как говорится. Смотрите, какая шикардозная яхта, просто гигантская. А вот там вот порт. Это все порт, огромный, преогромный порт. Блин, жалко, плохо видно в телефон. Две яхты, смотри. Ничего себе. А это вот все жилые дома. Да, реально жилые дома. Прям замки. Уходим в темноту. Какая-то лодка, короче говоря, плывет, и мы не можем ее обогнать, хотя, видимо, уже очень хочется. Рыбаки. Ой, я стою, меня прям заливает.
это все вот контейнеры. Видите, это грузовой уже порт. Чьи-то посылочки поедут или уже приехали, не знаю. Загружены под завязочку. Ребята, он гигантский, просто гигантский. А это вот буксир, который на этот тянет лодки всякие разные. Чья-то яхта. Так. Так понимаю, тут очередь. Пробка небольшая. Обменялись. Вот это похоже на такой понтон, ресторан, в котором я работала в Москве. Но этот поменьше, тот был здоровее, намного здоровее. Но все равно что-то схожее есть. Смотрите. Мы уже приехали в Холливуд, и это у нас типа в одну сторону закончили. А сейчас поедем в обратную сторону. Неплохо, да? Прямо подплываешь прям к ресторану. Все, мы поехали домой. Видео у нас уморилось, уснуло. Все, мы едем в обратную сторону, и дорога в обратную сторону займет тоже около там, 55 минут или часа. Ну ничего, он за это время выспится. А я, кстати, замерзла. Видите? Прям холодно. От воды прям очень холодно. Все, мы причаливаем, мы вернулись. Было очень классно и холодно. Ну, 2 часа, представляете, вечером. В следующий раз обязательно поедем днем и в другую сторону. Потому что я хочу вам показать, там просто такие дома, ребята, красивые.